Ну а тем временем две золотые медали и одну серебряную завоевали наши спортсмены в первый день соревнований в Хасавюрте, где проходит чемпионат СКФО по тяжелой атлетике. В турнире среди мужчин золотую медаль в копилку нашей республиканской команды принес в весе до 55 килограммов призер молодежного первенства России прошлого года махачкалинец Исмаил Гаджибеков. В весе до 49 килограммов, но уже среди женщин первенствовала Индира Нурмагомедова, а вот Асият Байсултанова замкнула призовую тройку в весе до 64 килограммов. По итогам соревнований наставники сформируют команду СКФО для участия в чемпионате России.